Волонтеры группы «Движение навстречу» – частые гости в Темниковском детском доме. Каждого воспитанника они знают по имени, знают их привычки и увлечения. Волонтеры стараются привозить детям самые необходимые – вещи, игрушки, канцелярские товары. Каждый их приезд – это настоящий праздник для ребят. Мы уже стали большими друзьями, и наша дружба крепчает из года в год. Поэтому я думаю, что нужно не прекращать эту связь и общаться как можно больше, и дарить друг другу добро и делать добрые дела. Если в гостях волонтеры, значит, скучать не придется. В этот раз добровольцы приготовили для детей интересный мастер-класс. Ребятам предстояло приготовить необычный компот из фруктов. Мы сначала заливали все акварелью, банку, а потом раскрашивали фрукты, ягоды и приклеивали их на скотч. Мастер-класс хороший, развивает моторику. Для маленьких детей хорошо. Среди тех, кто в эти выходные приехал в гости к ребятам, оказались не только волонтеры. Александр Атяшкин выпустился из Темниковского детского дома 2 года назад, но все равно старается приезжать сюда как можно чаще. Александр признается, что скучает по друзьям, и жизнь в Темниковском детском доме оставила у него лишь приятные воспоминания, среди которых и встречи с волонтерами. Мне очень нравится с ними проводить время и проводить время с мастер-классами. И я очень рад, что я их встретил в жизни своей. На сегодняшний день в Темниковском детском доме находится 27 детей, и все они живут одной большой семьей. Как признаются воспитатели, общение играет большую роль в жизни каждого ребенка. Мы рады всегда гостям. Дети нас наши очень ждут, всех гостей, потому что, ну, что говорить, все-таки общение с другими людьми, это их очень радует. Новые впечатления какие-то, новые знакомства, новые друзья. Волонтерская группа «Движение навстречу» посещает ребят из Темниковского детского дома регулярно. Присоединиться к ним может каждый желающий. Более подробная информация по телефону 8-920-051-85-95. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.